Ну что, друзья, сегодня наконец-то выложили Adidas пак, который давно обещали, и мы сейчас с вами откроем два пака, в том числе... убрали уже throwback пак. Окей. Мы с вами тогда два пака откроем Adidas, посмотрим, что в них попадается, и на этом закончим. Поехали, друзья. Fucking Патрик Беверли. Окей. Давай, 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 давай. Сделай нам что-нибудь, окей. Давай, дай нам какого-нибудь нормального пацика. Даешь Патрика Юинга. О! Есть! Есть рубиновый игрок! Так, давайте, друзья, кто у нас рубиновый? Кто рубиновый? Давайте делаем ставки. Есть, только не Дерек Харпер, пожалуйста. Пожалуйста, только не Дерек Харпер. Ты нам не нужен, черт возьми. Кто может быть рубиновый, друзья? Кто может быть классный рубиновый, а? А? Ну, кто может быть рубиновый, парни? Только не Дерек Харпер. What? Джимми fucking Батлер. Ты кто такой? Да, 15 тысяч, это 15 тысяч все-таки, да, согласен. 87 overall. Не знаю. 11 тысяч. 10 уже демпингуют. Видимо, это тот парень, который выпадает постоянно. Ссаный бомж. Рубиновый. Ну, не знаю. Можно продать, наверное, его за спокойно там, ну, не знаю, можно попробовать за 11 хотя бы выставить. Есть, конечно, люди демпингующие, но их мало. Есть 500. Давайте за 11, короче, выставляем его и все. Так, коллекшн. Ну, на этом, друзья, все. Мы открыли два пака. Нам, в принципе, попался неплохой. Лучший защитник в НБА, говорят, прямо сейчас. Понятно. Ну, ладно. Ну, говорят, но он ничего. Я продам его. Мне он не нужен, друзья. Он вообще никак в мою команду не вписывается.